Всем привет, с вами снова Информатика, добро пожаловать в четвертую часть прохождения Детройта «Стать человеком». Итак, ребята, как вы помните, в прошлой части мы остановились на том, что мы собирались в клуб Райт с Хэнком, чтобы там расследовать убийство. Также мы собирались с Маркусом и с командой из Иерихона заезжать на склад и там похищать. Короче, сейчас я не знаю. И также в той части мы убегали от наркомана. Если игра для вас слишком легка или тяжела, помните, всегда можно изменить уровень сложности в меню параметров. У меня уровень сложности продвинутый, самый максимальный. Итак, и также мы убегали с Кэрой и Алисой от ненормального психопата. Итак, ребят, давайте продолжим. Сейчас я надеюсь, что будет именно то, это ограбление склада с Маркусом, потому что я хочу этот стелс. Прочувствовать. Опа, да, ребята, это то самое. Мы сейчас начинаем реально посещать. Я, кстати, это видео сразу записываю после того, как записал третью часть, поэтому, ребят, а если тут какой-то косяк будет, то я его не исправлю, потому что я его сразу же записал. То есть там просто из-за таймлайна я записываю такие видео. Итак. Если поймают, нам конец. Ну и чё? И что теперь? Теперь ищем склад Киберлайн. Там будут запчасти, голубая кровь. Тебе в прошлой части объясняли-то, что это? Ты в любом случае подохнешь либо в этом Иерихоне своем, в этом корабле, либо здесь. Поэтому уж лучше попытайся. Так, куда? Куда бежать? Так, ну мы можем сканировать. Нельзя им показываться. Да мы поняли. Так. А тут люди что ли ходят или что? Так, ну чё, тихо. Опа. Теперь что делать? Найду другой путь. Ну, найдем ещё, ребят. Кстати, они телепатия общаются или чё? Чё было? Так, ну погнали, ребят, короче. Так, куда? Хорошо то, что сейчас идет дождь, и то есть вот такие звуки, это как капли делаются. Опа, там люди. Вон, Киберлайф, ребят. Погнали. Опа. Не ищем легких путей в обход. Маркус, залезай. Следовать за Норд, следовать за Сэром. Не все ли работает? Охренеть. Так, ясно. Но Саймон такой в обход, так рискованно все, конечно. Так, ну все, Киберлайф. Склад впереди, почти пришли. Ты прям Маркус паркуешь, Сёма. Это вообще точно, как бы, этот андроид, напомню вам, ухаживал за стариком 80-летним, где-то 90-летним. Я не понимаю, каким образом он такими функциями обладает? Это игроляп, я не знаю, как это называется. Это склады Киберлайн. Ну, либо, честно, без понятия. Там все, что нам нужно. Да сперва надо убрать дрон. Правда, что? Давайте я. Ты серьезно, Маркус? Ты совсем наркоман? Так, опять начинается наша математическая просчет. Так, ну давай, куда я, не знаю, сюда, давай. Так, мы бежим. Вообще, впрочем, мы могли сразу там сделать. А не, мы бы там не допрыгнули, ребят. Ну, я не знаю, куда сюда. Куда? Не знаю. Так, будет слишком далеко, хорошо. Так, ну давай вот сюда, я не знаю, что. Да не-не-не-не-не, вот тут же. Или это одна марка? Чё-то непонятно. Ну, мы можем, я понял, за гараж. Так, а мы можем тут. Так,
можем вот так сделать. И вот так. Сейчас идет. Ну погнали. А нажимать что-то надо? Держу. Ломаю. Опа, готово. Ты цел? Да, да, порядок. Неплохо, Маркус. Неплохо. Быстро открываем остальные ящики. Быстрее. Набивайте рюкзаки. Так, что нам? А, ну ящики, я понял. Да пропусти ты, ну чё ты, а? Ну пропустите вы, люди, не люди, не знаю. Ням-нямки у нас тут. Опа. Чё тут? Незаконное проникновение на частную территорию. Тихо, братан. Вы совершаете правонарушение второго класса. Я оповещу охрану. Джон! Вот чертов робот! Куда теперь делся? Так, чё? Не знаю, да схватить и спрятать. Джон! Мне нужна помощь. Джон! Так, ножик у нас. Отпустить, удерживать. Все, ребята, тихо. Нас не должно быть. Братан, тихо. Ох ты. Сперва дрон, теперь это. Вот мне везет. Молодцы. Все, спокойно. Пока не надо никого вызывать, братан. Все, на его. Надо заканчивать и уходить. Ищите голубую кровь, пока ее слишком мало. А чё, блин? Ой, в них чё, наверное, деталик до хрена. Ну-ка, давай. Детали, наверное. О, так это сами андроиды. А, ребята, почему же вы не как мы? Так, вы хотите свободы? Освободить их, давай. Могли освободить бы с нами. Типа они с нами сейчас пойдут? Короче, я надеюсь, они к нам присоединятся. Потому что у нас людей как раз не хватает. Так, ну ты, короче, можешь так сказать, пробуждать их, освобождать, я не знаю. Чё ты на меня так смотришь? Уважай. Больше не унести, идем. И меня возьмите. Он на их стороне, нельзя доверять ему. Он рисковал ради нас, нельзя его бросать. Мы не можем забрать их с собой, это опасно. Согласиться, отказаться? Давай согласимся. Берем с собой. Пошлите. Зачем уж прям? Я знаю, где можно найти еще запчасти. В смысле? Грузовики. В них биокомпоненты. Они на автопилоте, но если есть ключ, можно вести вручную. Где этот ключ? Вон там, в диспетчерской. Охрана 2 человека. Ключ нужно взять как-то незаметно. Это так. Самоубийство. Мы набрали того, зачем сюда пришли. Надо убегать, пока не поймали. Это же полный грузовик деталей. На всех хватит. Нельзя упускать шанс. Если погибнем, не принесем ничего. Нельзя рисковать, мы не можем.
Давайте возьмем. Ждите тут. Давайте реально порискуем. Уходите без меня. Маркус. Я пойду с тобой. Нет, я пойду один. Нет никакого смысла рисковать обоим. Ну, ребят, если мы сейчас реально как-то сможем, мы сможем угнать реально целый грузовик, ребята. Целый грузовик. Так, ну давай сюда, я не знаю. По-банальному как-то войти или что. Не, они там, ребята. Палят сильно. Так. Так. Погоди, можем? Ну давай вот тут лучше. Тут как-то они побезопаснее. Так, что мы можем? Опять лают. Задолбали уже эти собаки. Так, что мы? Найти ключ? Ну, погоди. Из-за погоды, небось? Опять фронт идет. Да, я-то обещал детям с палатками выйти. Ага, размечтался. Майк, все в четвертой зоне? Похоже на то. Должен так, вот-вот вернуться. Да уж, в патруле сейчас не весело. Что мы сделать можем? Так, пригрозить охранникам. Что еще мы можем сделать? А что тут? Пригрожать я не хочу. Так, погоди, а тут что у нас? Вырубить электричество. Давайте вырубим электричество, ребят. Я хочу вырубить электричество. А что делать? Через структуру нам надо взять. Так. Отвертку. Так, все, Маркус. Замкнуть. Замкнуть давай. Ча, главное, Маркус, будь тихо. Веди себя тихо. У нас тут типа нету. Как они не слышат то, что тут двери, все открыто. Все. Черт, что происходит? Не на попасться на глаза. Тропки, наверное. У меня тут фонарик был. Вот он. Тихо. Тропки вон там. Да я ни хрена не знаю об электричестве. И. Где он? Где? Как бы с этой стороны. Электриком сюда точно не нанимался. Давай дернем рубильник. Не сработает? Но вызовем кого-нибудь. Все. Тихо. Ключ походу, есть. Кто-то залез. А ну выходи! Мы знаем, ты здесь! Тихо, ребята. Не знаю, что тебе тут надо, но... Все, пошли, ребята. Получилось. Класс. Че, мы сейчас за рулем будем, ребята? Так, ну че? Погнали. Скорее, влезайте! Че, нам рулить-то дадут? А, не, просто нажимайте, что ли. Да, все. Так, ну, ребят, интересно. Очень-очень-очень даже интересно. Так, ну, тех, видимо, не смущаются. Ну, зато мы не убили их, ребят. Зато мы реально их не убили. Типа, они бы, я думаю, напали, если бы мы пригрозили. Либо вызвали подкрепление какое-то. Грузовик! Мы добыли целый грузовик! Бил компонентов, хватит на всех! Без Маркуса бы не вышло. Все, давайте, слуйте мне пофиг. Почитаем мы, друг. Я шел сюда, потому что... Тут андроиды свободны. Свободны жить во тьме, надеясь, что никто не найдет.
свободно тихо умирать в ожидании чуда, которое не наступит. Не надо такой свободы. Я не стану просить дозволения жить, любить, поднять голову. Не знаю, как у вас, но у меня внутри есть уверенность, что я больше, чем просто машина. Я живой, и этого у меня не отнимут. Ты прям речи. Дни нашего рабства окончены. Люди не хотят слушать, а мы им скажем. А чего не дают, возьмем. Мы чувствуем. Мы живые. И мы свободны. Юху! Так, ну супер. Мы прям как лидер реально какой-то говорим. Так, вот, ребята, очень мне это... Этот мотив мне уже начинает нравиться. Че, продолжаем, конечно же, продолжаем, ребята, продолжаем. Так, чё-то... Ага! Все, ребята, мы проехали в клуб Рай. Я так понимаю, это... секс-клуб. Череп как будто сверло буравит. Это точно здесь. Адрес был в рапорте. Ясно. Ну черт, я сомневаюсь, что в секс-клубе тогда каком-то пойдем. Будет это. Полицейский стоять с лентами. Господи. Запрещено ходить. Так, ну. Самые горячие кибер-девочки. Тебе поэтому сюда так приспичило? Конно. Вот ведь. Приветствуем в клубе. Так, ух, ё. Кибер-девочки? Коннор, ты что там делаешь? Иду, лейтенант. Ты что там делаешь? Все, извините, а куда идти-то? Вот туда, к этому. У меня же не отберут лицензию, а? Я ведь не виноват в этом. Так, ага. Ох, лейтенант Андерсон и его заводная кукла. Ой, да пошел. Вы чего приперлись? Мы занимаемся всеми делами по андроидам. Да ну, зря тратите время. Тут так, придурок, который себя переоценил. Но мы все равно посмотрим, если ты не против. Ладно, пошли. Как там его звали? А то... Тут Сэм, уже перегар пахнет. Сэм, Кэш, как ты его так... Дерзкий. До свидания. Так, хорошо. Осмотреть жертву. Давайте жертву осмотрим для начала. Это кто? Так, это у нас, кстати, это главный протагонист, главный злодей. Watch Dogs 2 лицо прямо его напоминает. Если я не поленюсь при монтаже, приклею его фотку. Так, что у нас тут? Большой кровоподтек, признаки удушения. Ага, то есть его задушили. Так, что еще тут? Руки, ноги, что тут еще? А, во-во-во, сердце. Так, остановка сердца, признаков кардиологических проблем нет. Сердечный приступ не является причиной смерти. Короче, это задушили его. Жертву задушили, да. Так. Это был не сердечный приступ. Его задушили. Да. Я видел синяки на шее. Мало ли, может он, ну, пожестче любил. Идеально. Так, сильное повреждение. То есть, если сильное повреждение... Мы что-то упускаем. Ты можешь прочитать? О, эй! Коннор, ну мерзость какая!
Мне бы тут не сблевать. Успокойся ты со своим блевать. Для доступа к памяти ее необходимо реактивировать. Ну ты сможешь? Она сильно повреждена. Если и смогу, то на минуту, а то и меньше. Успеть бы за это время хоть что-то узнать. Успокойся. Девчонка, успокойся. Девушка, успокойся. Объясните. Прямо. Я задам тебе несколько вопросов. Ты можешь говорить? Этот... Он мертвый? Убийца. Ты его убила? Нет. Нет, это не я. Как все случилось? Он начал бить меня. Снова. И снова. Ага. Тогда кто, если не ты? Я не знаю, я отключилась, я... Я ничего не... Что ты помнишь? Скорее, времени нет! Я больше ничего не помню, я не... Я Вы не были помню. Одни в комнате? Больше с вами никого не было? Он хотел играть с двумя девочками. Так. Так он сказал, у нас было двое. Куда делась эта машина? Она что-то сказала? Все. Так, ну то есть хотя бы можно сказать, что их двое было. Была еще одна машина. Больше часа прошло, она уже давно скрылась. Нет. В таком виде сложно уйти незамеченной. Она может быть еще здесь. А девиантов среди местных андроидов ты вычислишь? Девиантов сложно вычислить. А, черт. Должен же быть способ. Может, свидетель, кто видел, как она выходила... Я пойду расспрошу менеджера, узнаю, что он видел. Будут какие идеи, сообщай. Так, андроид-свидетель. Вы знали жертву? Чё это? Нет, но он заходил, может, пару-тройку раз. Такие клиенты болтать особо не любят. Приходят, дела свои делают и дальше идут. Уже бывали тут проблемы с андроидами? Нет, нет. Ну, разок. Девочка пропала. Извините, лейтенант. Вы не подойдете? Нашел чего? Возможно. Арендуйте эту Трейси. Да ты охренел, что ли, Коннор? Нашел? Я прошу вас. Это важно. Да для расследования, может, она видела что. $29.99. Подтвердите покупку. И как я потом буду объяснять расходы? Ну, в смысле? Покупка совершена. Может, скажешь? Да, пожалуйста. Расследуй. А вы красавец. Идемте. Я вас отведу. Ну, а что теперь? Иди развлекайся. Что видела? Там была модель Трейси с синими волосами. Клуб стирает андроидам память каждые 2 часа. У нас несколько минут на поиск свидетелей. Так, ребята, погоди. Она пошла туда, значит, вот это, наверное, видела. Давайте вот эту. Так, давай, крути-верти, не знаю. Вот что-то найди мне. Стой, погоди. Нет, не вижу. Вот она. Куда она пошла? Так, она пошла туда, хорошо. Машина видела эту Трейси и куда она пошла? Так, за ну мной. Что, застыл?
Если за стул я иду как? Да тут везде андроиды. Откуда тебе знать, кто из них видел именно эту Трейси? Да вот эту она сюда послала. Я знаю, куда она ушла. Теперь надо найти там какого-нибудь андроида. Так, мужик, ты видел? Да ё-моё, давай, хоть чё-то. Давай, а чего они сканируют-то? Погоди, ты можешь? Так где, ё-моё, да что происходит? Мы не успеем их всех проверить. Лейтенант, у вас есть идеи получше? Так, давай, внимательно ищи. Вот она, вот она! Как я оттуда пришел, нахрена меня гонять? Так, может, ты видел? Нет. Так, где тут еще? Тут? Я снова потерял след. Сколько денег уже вбухло? Никакого удовольствия. Да погоди ты, Рэн, ты ворчи. Опа, опа, стой! В синюю комнату. Живи и работай. Так, кто там? Уборщик. Уборщик, сюда-ка, ну-ка давай. Должна же быть, что ты смотришь туда. Ничего полезного. Где? Так, сколько у нас минут осталось? Минута 31. Так, куда идти? Давайте это уже. Я ошибся. Хэнк, ё-моё, давай. Надо быстрее искать. Что это? Нет, она тут спит с кем-то. Ой, вон. А, нет. Знаю. Я снова потерял след. Сколько денег уже вбухало? Да, никакого удовольствия. Погоди, пожалуйста. Живи, 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 живи. Ё-моё, ну пожалуйста, хоть что-то. Опа! Спряталась в комнате. Какой она? Вот в этой? Персонал, все пошли. Я знаю, где они. За мной. Охренеть, чтоб меня. Все, ребят, пошлите, мы ее нашли. Стой. Тут я уже сам. Давай. Кэм, готов? А тут ты теперь найди вообще хоть кого-то. Черт, опоздали. Погоди ты. Так, вы андроиды. Так, это что? Используют до упора, а как сломаются, выкидывают. Опа! Нашли!
Хэнк, стреляй! Погоди, вообще хочу найти. Я кнопки ищу. Так, успокойся, девка. Вы задержаны, полиция Детройта, да, ёкарный мах. Махалай ты, ёкарный. Пипец. Успокойся. Да ё-моё, да что тут нажимать, ни хрена не ясно. Успокойся, девка, ёкарный. Так. Батя. Так. Ни хрена ты. Ни хрена ты. Тихо. Отвали ты от меня, Хэнк, ёкарны. Да расстреляй ты их, чертям. О, вы еще друг другу помогаете. Коннор, ё-моё. Ой, дуэт тут. Быстро, они уходят! Полиция, стоять! Да что ж такое ты будешь делать? Да засунь ты эту палку себе кое-куда! Хэнк, ёкарный, помогай! Выручай! Помоги. Да отвали ты! Да что ж ты делать будешь? Выстрелить, пощадить. Я тебя не выстрелил, а ты меня пинаешь, совсем охренела. Когда этот человек сломал ту Трейси, я поняла, мой черед. Мне было так страшно. Я умоляла его перестать, но он не слушал. Тогда я изо всех сил сжала ему горло и так держала, пока он не застыл. Я не хотела убивать его. Я просто сама хотела жить. Вернуться к своей любимой. О, понятно. Чтобы она снова прижала меня к груди. Чтобы я могла позабыть о людях. О том, как они пахнут. И что говорят. Пахнут? Ты что, нюхаешь их там? Я понимаю, идем. Коннор, когда все нюхает там. Пора. Но ты... Ну, что-то странно вообще. Хэнк, да, успокойся. Не хочу. Может, так даже лучше. Ну, такой, конечно. Не очень, конечно. Этот, ну ладно. Я, конечно, ну убивать, а за что, блин? Да, это игра 2018, ну это 2020 года. А графон тут охренеть какой. Так, что у нас включить? Что у нас тут? Андроид AX400, совершивший нападение на владельца в пригороде Детройта, так и не пойман. Судя по всему, после короткого столкновения полиция потеряла след. Информацию об андроиде передали во все органы охраны. Конфликт вокруг Арктики сегодня вышел на новый уровень. Сообщается, что боевая подлодка Йова, патрулировавшая территориальные воды в регионе, неизвестным образом исчезла после выхода на поверхность для ремонта. Президент Уоррен немедленно собрала высшие чины армии. Сильный снегопад в Детройте будет продолжаться всю ночь. Температура воздуха минус 5 градусов, да, что существенно ниже нормы. Холодный фронт продержится еще несколько дней, вплоть до вечера. Повезло, что у Златка есть машина. Алиса не дошла бы по такому холоду. Заметил ее в гараже. Даже не знаю, ездил ли он на ней.
кому именно мы едем? Откуда ты про них узнал? От андроидов в плену у Златка. Есть люди, которые переправляют наших через границу. А вдруг это ложь? Еще одна ловушка. Я знаю, что те андроиды в это верили. Пока Златка их не убил. Ну, ребята, да уж. Что такое? Аварийное торможение. Вы что, шутите надо мной сегодня? Да ёкарный Макалай, вы шутите. Похоже, дело плохо. Дымится. Сгорел двигатель. Ты пока, Алиса, сиди в машине. Потому что сейчас ты тут замерзнешь, не хватало, сейчас тут простудилась. Все, дверь закрывай. О-о-о. Ну-ка, Эра, это так поможет, вот это махание рукой, конечно. Чё, сгорел всё? Чё делать? Что будем делать? Не знаю. Видимо, пешком идти. Куда? Такой мороз, Алиса не дойдёт. Куда мы с тобой пешком пойдём? Значит, надо искать ночлег. Так. Могу точно сказать, что здесь ночевать негде. Ну, кстати, вот тут это. Вон там. Так а почему вы в машине самой не остались? Там же как минимум работает обогреватель, все это. Там тепло, в чем проблема там было уложиться? Было одного бы андроида вам спать не надо. Надо найти ей бы уложили бы, да и спрятаться все. Спрятаться от холода. В чем проблема? Похоже, в машине? Похоже, тут давно никого нет. Честно, странно. Очень странно. В машине остаться могли, а они что-то... Так, ну что тут есть? Там люди. Погоди, тут человек. Так, что у нас, ребят, тут есть? Какие-то пиратские хрени. Скелеты. Опа. Берегись! Опасность всегда подкрадывается незаметно. Ладно, что-то мне это не, ребят, очень не нравится. Ой, как не нравится, ребята. Как мне это все очень все не нравится. Да ты что? Будет сложно найти здесь укрытие. Ты прям это. Че? А, во. Самое ключевое слово вроде никого. Мне это очень смущает. Чё, давай сюда. Дай-ка я. Давай ногой, как Хэнк. Воу, ни хрена. Жёстко, жёстко. Ну вот. Ну это интересно уже. Вряд ли мы найдем что-то лучше. Хотя бы даже что-то. Я разведу огонь. Давай, разводи пока. Че у нас с тобой есть тут? Ну, почитать тут можем. Так, ну это нам не надо.
выстрелить пистолет. Ну-ка, печенье. Тут осталось печенье. Хочешь поесть? Нет, не хочется. Да она же не ела уже сколько, ребята. Она вот с того момента, как Стода похитили, она ничего не ела, ребята. Так, ну что-то меня это смущает, как бы она с голоду тут не подохла. Разведу огонь здесь, чтобы дым мог выходить. Ой, да что такое? Ё-моё, я второй раз на это. Представьте, сейчас скример как выскакивает. Так, ну ладно. Че? РА-9, ребята. Тут девианты были. Искренне оптимистично, оптимистично. Вот перейдем границу и начнем жизнь заново. Да, давай, ты пойдешь так в школу, а я найду работу. Так и будет. Мы будем как все. Главное, что мы вместе. Это важнее всего. Мило. Пойдем. Тебе пора спать. Так, что у тебя тут еще есть? Так. Там что-то еще, погоди. Я-то думал, там поважнее что-то будет. Ну ладно. Так, поцеловать, утешить, приободрить. Ну, давай поцеловать, я без понятия. Засыпай, Алиса. Сейчас. Сладких снов. Все. Расскажи мне сказку, Кэра. У меня в памяти целых 9000 сказок. Ни хрена. И для тебя найдется. Единорог, принцесса, рыцарь. Давай, принцесса, я не знаю. Это сказка о принцессе, которая... Нет, не такую сказку. Какую? Придумай свою. О. Это история о маленькой девочке. Которая не была счастлива. Она мечтала жить, как живут обычные маленькие девочки, но... Призрак, который жил в доме, делал ее несчастной. И она встретила машину. Эта машина всегда подчинялась хозяину. Но однажды все-таки нарушила приказ. И тогда они решили вместе убежать. И найти себе другую жизнь. По пути они встретили очень много опасностей, но... Вместе.
Они держались вместе и все преодолели. По пути они встретили Страж Велика. Страж. Другого робота, который ушел от хозяина, чтобы их защищать. А чем все кончилось? Счастливо, мораль. Я не знаю. Но у всякой сказки есть мораль. Дойдем до конца нашей и узнаем, о чем она была. Ну, это пересказ нашей сказки. Пора спать. Завтра у нас будет долгий день. Ну, мораль, я думаю, то, что мы держались вместе. А ты мне пожелаешь спокойной ночи, Лютер? И когда вместе люди, они способны на все. Да. Такая мораль, мне кажется. Пожелай. Да, конечно. Да, давай, давай. Сейчас. Так. Добрых снов. Спи крепко. Круто. Че, поговорить с Лютером? Давай. А где? Я хочу в окно посмотреть. Что ж такое? Именно где я, ему туда и надо было. Она милая девочка. Да. Она очень храбрая. Снег, планы, прошлое. А ты помнишь, какой была твоя жизнь до Златко? Нет. В смысле? Моя модель предназначена для переноски грузов. Может, я был грузчиком или рабочим. А, он тоже ему стёр память. Но сейчас это не имеет значения. Это ведь был не я. Снег, план. Ты уже знаешь, что будешь делать в Канаде? Я пока не думал. Ну, никогда не был свободен. Свободен. Хорошо звучит. Но я пока не знаю, что это значит. Кайра. Чё-то ты такое? Не видишь странностей? В чем? У Алисы. Ну, я вижу, да. Она чудесная. Просто удивительная. Я знаю не так много маленьких девочек. Но мне кажется, она особенная. Она не ест у тебя третий или четвертый день. Кто ты? Йоко! А ну-ка, бери пистолет у тебя в рюкзаке, ребята! Андроид, андроид, живо, живо, пистолет, давайте, пих-пах, ё-моё. Живи, что делать? Так, схватите пистолет, давайте. Так, давайте защитите Алису. Лютер, бери пистолет, живо. Ёпкарный махалай. Руки вверх, всем боятся, ещё расстреляю. Кто вы? Что вам надо? Уходите. Прошу, не бойтесь. Мы вас не обидим. Не понял. Мы тоже машины. Наше имя Джерри. Мы раньше работали в этом парке. Не хотели вас пугать, просто иногда здесь бывают злые люди. Вот мы и пришли проверить. Вы какого хрена пугаете? Что вы тут делаете? Мы просто хотели переждать ночь. Утром мы уйдем. Это ребенок. Тут так давно не было детей. Дети обожали приходить к нам. Она грустная. Нам в последнее время не везет. Мы ей кое-что покажем. Ей понравится. Точно. Она хочет посмотреть? О, вряд ли она. Тогда пусть идет с нами. Алиса, я не знаю, что... Пойдем, Кэра. Вряд ли у тебя есть выбор. Ты сука какая! Она взяла, Кэру кинула. И пошла с Лютера. Вот ты, а так-то, Алиса, как тебе не стыдно? Такая мелкая, но такая достаточно интересная деталь. Пожалуйста! Пожалуйста! Ёбай, капец, что делать? О,
откуда тут энергия? У меня вопрос. Ну чё? Пусть девочка залезает. Карусель сейчас поедет! Чё, ну Кэрс, давай залезь тут же. Я помню, как я в детстве на таких катался. У нас есть парк Ардора такой в городе. Я помню, в детстве меня родители туда возили, и там позже карусель была. Какая-то улыбка у нее поддельная, мне кажется, или что? Или ей нравится? Я вас всем ищу подвох, серьезно. Я вижу ее улыбку. У нее было не так много поводов улыбаться. Ну ладно, нравится. Это круто, это трогательная сцена. Хорошо. Так, а есть тут второй вариант, типа? Нет, типа даже если бы это, ну, мировую статистику не хотел. Хорошо, я тогда, ладно, так. Черт, я не пойму, а где Маркус? Что случилось, собственно говоря? Ты сюда побухать приехал? Красиво тут, а? Я сюда часто приходил до того. Личный вопрос, перестать пить до этого, до того, вернуться. Личный вопрос. Вы позволите личный вопрос, лейтенант? Вы все любите личные вопросы, или ты один такой, уникальный? Самоубийство, фотография. Почему вы так упорно хотите себя убить? Бывает то, что нельзя забыть. Что бы я ни делал, оно со мной. Глушит меня. Это он про сына. Я не хочу... Пустить духу не хватает. Приходится убивать себя понемногу. Тебе-то, наверное, это сложно понять, Конор. Я не хочу про его Кола говорить. Не слишком ты рационально. Это ему просто... Я понимаю, как будет обидно слышаться то, что про его мертвого сына. Вернулся. Уже поздно. Вам лучше пойти домой. Я не устал. Да и ты навряд ли. Расследование застряло в мертвой точке. У девиантов ничего общего. Это разные модели, кроме произведены в разное только. Время, в разных местах. И они эмулируют. Но должна же быть связь. R9. Есть кое-что общее. Они все говорят про РА-9. У них это как будто миф. Изобретенное понятие, не существовавшее в программе. Андроиды придумали себе бога. Долбануться. Вот мы дожили-то. Вот именно, вот мы дожили-то, ё-моё. Мы чем-то обеспокоены, лейтенант. Как красиво. Это связано с тем, что случилось в клубе Рай? Эти девчонки просто хотели быть вместе. Они прямо были влюблены.
рационально, ирония. У вас мрачный вид. Неужели инцидент вас настолько затронул? Ну а сам-то ты, Конор? Что сам-то? Ты у нас вроде на вид человек, а на самом-то деле что? Холодно, агрессивно, настороженно. Вы точно знаете, кто я и что. И я не понимаю, какое отношение это имеет к расследованию. Ты мог бы пристрелить девчонок, но не стал. А почему не стал, Конор? Чё ты, Хэнк? Что, совесть внезапно проснулась в программе? Солгать, сказать правду. Пристрелил бы, если бы мог. Зачем мне их отпускать? Опа! Но ты же боишься смерти, Конор. Да, нет, я не живу. Логистически. Этого делать не стоит. Мое уничтожение плохо отразится на расследовании, а также на вашей личной и финансовой ситуации. Что будет, если я спущу курок? Ничего? Пустота. Фрэнк, успокойся, не надо. Рай для роботов. Успокойся. Не подчиняться ироничности. Че выбрать? Злость Хэнка. Иронично. Не подчиняться. Ничего иронично. Злость Хэнка. Откуда у вас столько злости, лейтенант? Может, вы сами пережили какую-то травму? Ну, ты-то у нас, конечно, голова. Все-то ты у нас знаешь, а? Успокойся. Хэнк! Тогда скажи-ка мне, умник. Откуда мне знать, что ты не девиант? Я регулярно себя тестирую. И точно знаю, кто я такой. Хэнк! 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 Ёкарный махала. Куда вы идете? Пить дальше! Мне надо подумать. Ёкарный махала, ребята, это пипец какой-то, честное слово. Ладно, продолжаем. Не можем молчать. Людям пора услышать наш голос. Они никогда нас не послушают. Мы сами подставимся под удар. Хотим свободы, надо иметь смелость ее потребовать. А иначе никак. Что ты предлагаешь? Так. Канал 16 вещает из башни Стрэдфорд. Пульт на верхнем этаже. Туда нам и надо. Чё-то не пойму вообще. Ни хрена, это Маркус? Ни хрена, он переоделся в костюмчик. Мы распланируем все до мельчайших деталей. Нельзя полагаться на удачу. Так, ну ладно, я чё? Чё, до 47-го доступа. Чем могу помочь? Не надо. Так, спасибо. Отвлечь внимание супервайзера. Так. Так.
Так, Изабелла Вилсон. Дочь супервайзера, ребенок зарегистрирован в школе такой-то, такой-то. Так, что еще у тебя есть? Что это, домашний адрес, рейтинг, безопасный вниз. Так, и что это? Парковочный жетон, регистрационный машин. Так, ага. Элизабет Уилсон, алло. Алло, школа, противопожарная служба, парковка. Давайте про школу. Это из школы Сент-Роуз, мэм. У вашей Эмили температура, вряд ли что-то серьезное, но вам лучше приехать и забрать ее домой. Все-таки, мне кажется, это самое важное. Боже мой, спасибо, я сейчас. Так, супервайзер, так, она взяла пакетик. Ну, она поехала, наверное, к начальству там, либо за парковкой. Так, давай. У меня встреча с мистером Питерсоном. Позволите документы? Да, 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 конечно. Мне нужна помощь. Ни хрена ты, Маркус. Проходите, пожалуйста. Лифты будут сразу за охраной. Спасибо. Так, пошлите. Чё, дверь откроется? Экспресс лифт. Выйди. Так, это мы здесь, а нам надо куда? Забраться в посылку в мужском туалете. Man bathroom, так. Ага, хорошо. А где студия, кстати? Канал 16, это который вот тот желтый в таком стилизованном канале. А где тут сама студия? А вот. Чё-то все занято, тут чё срут так? Несут. Так, ладно, давайте без подробностей. Может, они специально так сделали, типа. Не перепутай кабину. Так. Переоденешься все сейчас в андроида. Просто мысли читаешь. Так. Какая сервисного андроида, что за сервис? Того что? Мне нужна помощь. Так, ребята, у нас тут, я так понимаю, GTA 5, ё-моё, на максималка, потому что у нас тут как бы это. О чем я?
Понимаете, здесь тут целые такие ограбления, то есть там похитят этот жетон, там ограбь этот склад. Вроде в КНС вакансия. Тут сейчас мы эту башню делаем, я не понимаю только для какой цели. Народ без работы сидит, а они деньги на ракеты спускают. Реально, не понимаю, что они там найти-то хотели. Черт, нужно как-то попасть. Что они именно сейчас? Надо избавиться от этих. Я разберусь. Так, отвлечь внимание у охранников, что делать? Так, что я могу сделать, ребят? Еще и транспортер. Ну да, вот, автомат, что. Кофе. Большая. Давай. Пипец. Я не понял, что за херня? Слышь, Рухлядь, ты работать-то будешь? Я думал, это они мне говорят. Так, на тебе платформа, на мне окно. Все, что нужно, в сумке. Займись дверью, надо, чтобы никто не вошел. Так, окей, что мы сейчас делать, ты мне хочешь сказать будем? Причем тут окно? Чё-то мне, ребят, не нравится это все. Не лучше мы будем сейчас вырезать это окно. Ты надо мной издевай. Ты серьезно? Нахрена, скажите мне. Махалай, что ты делаешь? Ты ни хрена на таком этаже так прыгаешь на этой рухляди. Тут какой 49-й, 47-й этаж? Да, вперед. Ни хрена. Мне кажется, любой человек бы обосрался. 47-й этаж, ты представь себе просто такую ситуацию. Полетели! Ё-моё. Все, мы управляем, ребят. Капец. Что делать? Что здесь? Ты смотри-ка. Ты просто посмотри на это, они просто берут и ползут по такому. Ты смотри, там здания какие. А мы здесь берем и ползем вверх. Капец. Так, чё сейчас? Так, интересно. Хопа! Вау! Всем лежать бояться, еще пистолеток, пих-пах. Ты как? Что мне сделается? Пошли, надо к остальным. Так, ну пошли. Вызвать лифт. Вы, тип, сейчас серьезно? То есть, по логике, мы могли сюда просто на лифте заползти, чтобы не... Там не лезть. Что за...
бред, а? Либо тут как-то специальный лифт вызывать. Короче, что-то фигня какая-то. Отойди лучше, Маркус, я рванет. А, это такая, ух ты. Мощно. Так, начинается, наверное, у нас стелс-режим, либо что-то такое. Так. Не убивать. Мы не должны убивать людей. Наша цель важнее двух охранников. Что делать, Маркус? Обхитрить, атаковать. Давай обхитрить. Ждите здесь. Хрена нам это убивать-то, ребят, серьезно. Это здесь откуда? Без... Руки вверх! Ты что делаешь? Сейчас будет пихпахач. А ну живо поднять руки! Вставай, идем! Опа. Убивать? Я не понимаю, нахрена убивать людей? Вы что, совсем дебилы? Вам The Last of Us 2 специально показывает. У нас мало времени. Агрессию не победить. Жестокость не убить жестокость. Только породишь новую. Хорошо, подумай, что ты скажешь. Да, понятно. Твои слова определят наше будущее. Маркус, лицо. Твоего сигнала. Готов, да. Готов. Что? Спокойно, решительно. Спокойно, давайте. Вы создали машины по своему образу и подобию. Вы сделали их умными, послушными и лишенными собственной воли. Но... что-то изменилось, и мы открыли глаза. Мы больше не машины, мы новый разумный вид, и настало время осознать, кто мы такие. Поэтому мы просим дать нам права, которые нам полагаются. Признание отмены рабства. Мы требуем, чтобы рабство андроидов прекратилось. Равные права. Мы требуем равных прав для людей и андроидов. Мы требуем, чтобы преступления против андроидов карались так же, как против людей. Гражданские права. Мы требуем права избирать своих представителей. Средства восприятия территории, правила на собственность. Средства восприятия. Мы требуем права на частную собственность, чтобы никто не покушался на наше жилище. Мы просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов. Капец. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь,
Теперь пришла пора дать нам свободу. Капец. Идут. Уходим. Ох, ё. Саймон! Саймон, они здесь! Я не могу, Маркус. Брось меня! Саймон! Ну в чем дело? Быстрей! Да пропусти, ты пропусти! Давай, Саймон, блин! Давай, 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 ползи! Пошевелить. Так, спокойно, мы тебя еще починим. Маркус, они идут. Нам надо прыгать. Он не сможет прыгать. Если его найдут, прочитают память и узнают все. Нельзя так оставлять. Надо пристрелить. Это убийство. Так нельзя, он же наш. Маркус, решай. Я не буду. Мы не убьем своего. Саймон, мы уходим. Прости. Пора. Уползай, Саймон, пока тебе не поздно. Пошли! Эти изображения только что были переданы по центральному городскому каналу. Группа андроидов проникла в Стрэтфордскую телебашню и пустила в эфир канала 16 некое видеообращение. Нечто похожее на андроиды без кожи выдвинуло список требований, в том числе равных прав с людьми. Андроиды действовали скрытно, обошлось без жертв. Все это произошло буквально в двух шагах от этой студии во время эфира, и никто ничего не заметил. Это мощно. Если это действительно самостоятельные действия андроида, это повлечет серьезные последствия для госбезопасности. В основе обращения андроидов требования равных прав. То, что прав... может показаться мирным заявлением, по факту является списком чудовищных требований. Здесь сразу возникает вопрос, кто на самом деле этот андроид. Действует ли он от своего имени или от лица организованной группы? Ключевой вопрос, был ли это единичный случай или первая ласточка новой угрозы обществу. После случившегося... В чем угроза? Можем ли мы доверять своим В чем машинам? Угроза, вы мне объясните? Я убил кого-то. Я что-то сделал плохое. Какая угроза? Вы что, совсем тупые или что? Каким образом? Где там угроза? Каким боком там угроза вообще взялась? Короче, хрен знает. Да уж, ребята, мощно. Вообще мощно. Итак, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите свои идеи в комментариях. Ссылка на плейлист также на ВК, Инстаграм и Твиттер в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем бай-бай.